Здравствуйте, дорогие друзья! В Музее ветеранов Афганистана локальных конфликтов полным ходом идут работы по созданию новой экспозиции. Она посвящена Великой Отечественной войне. Смотрим! Сейчас мы находимся в Центре военно-патриотического воспитания молодежи города Омска, в Музее ветеранов локальных конфликтов и Великой Отечественной войны. Сейчас здесь, в этом зале Великой Отечественной войны, идет большой ремонт, который скоро закончится. Многие нам помогли, за что им большая благодарность. И наши омичи, земляки, а также дети, школьники скоро могут увидеть этот великолепный зал. Это будет большой подарок для посетителей нашего музея.